Так, всем здрасте. Сегодня поговорим об анимациях проекта Stackobot. Что тут имеется? BlendSpace 1D, BlendSpace 2D. Для начала перенесем наши анимации. Для этого перенесем всю папку анимаций без материалов, мешей, ригов, текстур и эффекса. У нас уже все это есть, поэтому только лишь анимации. Давайте даже уберем монтаж и BlendSpace, потому что мы все равно в любом случае будем заново делать. Вот перенеслись все наши анимации. Для начала создадим BlendSpace 2D. Назовем его Walk Run Lane. Пропишем кое-какие настройки. Его наклон минус единицы до единицы. По горизонтальной оси. По вертикальной оси скорость от 0 до 500. Грид поставим на единицу. Анализ вертикальной оси поставим Locomotion. Сокет 1 левая нога, сокет 2 правая нога. Смуфинг уберем. Здесь диапазон от 0 до 500. Проставим наши анимации. Ходьба, бег, крен налево и крен направо. Подровняем здесь. Скорость поставил на 300. Здесь на 100. Проверим. Вот его крены. Влево, вправо. Сохраним, закроем. Теперь займемся так же, как в настоящем проекте. Сделаем BlendSpace 1D. Так же, как в стакоботе реализован Run, Idle, Jump. Также сделаем 500. Грид на пятерку. Горизонтальная Locomotion. Левая нога, правая нога. И поставим анимацию Idle Jump примерно сюда. Сохраним, закроем. У нас получилось два BlendSpace. В следующем ролике мы будем с ними работать в анимационном блюпринте, создавать стейт-машины. Так что всем спасибо и всем пока.